Дорога Яцкая-Изюм. Я был услышан. И дорогу делают. 3 километра. Да туда прям к ним давай подъедем. А можно снять в интернет? Народ порадуем. Тики не нас. Вас нельзя, да? Не надо. Какие прогнозы, когда сделают и куда? Ну до Донецкой области, до Межи как раз. Получается до Яцкого, да? Да. Ага. И когда? Какие так, сроки? Ну, примерно, ориентировочно. Первый день, да? Только первый день. Все когда хорошо. Осыпаться будет новое основание, осыпаться будет все. Хорошая хоть дорога, да надолго. Ну, такая кита, да, мы же в прошлом году вам работали. Ну да, а что не доделали тогда? Не закончилось. Понятно. Ну, поехали, проверим. Все, спасибо. Даже ничего не зависит. Нам сказали тут межа, все, значит межа. Спасибо, ладненько. Поехали, проедем. В общем, на этот раз взялись серьезно. Будем надеяться, что денег на этот раз хватит, не закончится. Вообще дорога тут, я считаю, очень востребована, если бы она была хорошая. Как ты считаешь? Я считаю, да. Сколько отдыхающих сюда, все едут и отдыхать, и так просто. Тут красивые места, но дорога разбита была, ужас. И теперь я считаю, что все будет в порядке. В общем, это нам подняло очень настроение. Просто зарядила позитивом, да, и энергией, я думаю, на весь день. Всем пока. Обнял, заплакал. До новых встреч.